пропадает. Сейчас мы можем наблюдать заходящее солнце в Средиземном море. Посмотрите, какая гладь нас окружает. И это все только лишь здесь, в Средиземном море. На судне, на камбузе. И сегодня у нас в гостях, представляю вам, Андрея Викторовича Горденкова. Видим, здесь на столе лучок, есть маслица и, собственно говоря, главное блюдо сегодняшнего вечера – горбатчик. Я творю! Этот рецепт я узнал, будучи на Фарерских островах, в одном приморском кабачке. Вот подошли мы к завершающей стадии. Ребята, за удачу. Великолепно вы сделали, Андрей Викторович. Кстати, у нас на пароходе существует закон, согласно которому запрещено употребление алкогольной продукции в любых видах и количествах. На пароходе сухой закон. Сейчас я попытаюсь покорить неприступную мальтийскую крепость старым способом. Thank you.
остальном могу сказать наверняка. Жизнь моряка — это день сурка.